Мистика в жизни у тебя присутствует? Не сказал бы. Я уже сколько, мне уже язык отбился говорить, что я сочиняю, я фантазирую. Нормальный фантазер не может в это верить. Он может это фантазировать. Ну, то есть ты реалист. Потому что если бы я это верил, я бы не сочинял бы. Зачем мне верить? Зачем мне... Когда я верю, значит, я живу в этом. Зачем мне тогда нужна эта атмосфера? Я ее специально сочиняю в этом реальном мире, чтобы погрузиться в этот фэнтезийный мир. Я атеист. Девушка. Девушка! Вы поняли меня?